Друзья, всем привет, с вами Саша Гендер и Гоша Грипс, проект «Первая варка» пивоварный Биарбрю. И сегодня у нас, как всегда, очень необычный выпуск. А почему он необычен? А потому что это unpacking. Приступим. Чему приступим? Что к нам пришло? Коробочка. К нам с саморезами. Коробочка с саморезами. Это посылка от пивоваров Red Cat Brewery из города Киров. Что ты знаешь о городе Киров? Ничего не знаю. Я не знаю, поэтому не лишним поводом будет познакомиться. Ребята нам прислали вот такую вот посылку. Добротную, деревянную, с очень, надеюсь, вкусным пивом. Попробуем. Обязательно. Но сегодня распаковка, а попробуем чуть позже. Самым интересным моментом будет ответ на вопрос, доехало ли до нас пиво вообще. Некоторые из посылок дошли с проблемами. То есть пиво замерзло где-то на складах, на перевалочных пунктах, и лопнули бутылки. Поэтому первый вопрос, доехало ли оно до нас живым, но уже в одном из ближайших видео мы попробуем и узнаем, что да как. Как оно? Вот таким вот образом мы открыли посылку. Пригодился. Тут бы нам пригодился и нож. Ну что ж. У нас только молоток. Да. К сожалению, ножа у нас нет, у нас есть отвертка. И Саша сейчас... Ты смотри, как будто всю жизнь это делал. Ребята из пивоварни Red Cat Brewery. Визуально доехало хорошо. Давай ножик. Все-таки ножик. Ну что ж ты, это а молоток, отвертка, как же. Сейчас уже видно, что ребята заморочились и заказали, либо сами сделали офигенную просто упаковку. Давай сейчас покажем. Порадуйтесь за нас. У нас все доехало в идеальном состоянии. Все кошки на месте. Да. Целости и сохранности. Браво. Не знаю, почему я сказал браво. Ну что, есть у тебя что сказать по этому поводу, Саша? Значит, будет сказать, как попробуем. Да. Ну, визуально, как тебе этикетки, как тебе в целом. Симпатично все. Я потом расскажу. Это ровно наклеено, не то, что у некоторых у нас. Да. Нет, тут вот не было. Да ладно, это все придирки на самом деле. Четыре сорта. Очень, ну, по крайней мере, смотри, готовый продукт. Реализация. Садочек, все. Ну, все как по-человечески. Все по-людски. В общем, мы распаковали эту посылку. Первый итог, который хотелось бы подметить, что пиво доехало, ну, в идеальном, наверное, в идеально, да, лучше, видимо, прям не довести, как оно еще может быть. Большое спасибо за стильную и клевую упаковку, она займет достойное место в нашем музее «Капитал Шоу Поле Чудес». А есть такой музей? Да. Ребятам из Кирова большое спасибо, мы все получили.
все дошло в целости и сохранности. Я сейчас прям пошлю фотографию вот этой красоты куда-нибудь. И повсюду, с наручными. Отчитаюсь. Даже вот хочу заметить, пробки все на месте, то есть нигде ничего не выдавил. Наше пиво, скорее всего, не замерзло по дороге. И, а с чего бы ему замерзнуть? Вот я тоже хотел бы такой момент осветить. В Москве плюс 3 уже неделя. Как дела в Кирове с погодой, Саша? Повезло, не знаю. Мне кажется, что... И отправили не так давно. Мы с ребятами связались, они нам их отправили в теплую погоду. Так что нам фартануло, в отличие от некоторых ребят, кому-то дошло 1, 2, 3 бутылки, в общем, комплект не целиком. У нас все идеально. У нас все. С вами были Саша Геннер и Гоша Грипс. Проект «Первая ларка» пивоварни «Биар-брю». Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал ребят, они там тоже пробуют, дегустируют много интересных вкусных напитков. Возможно, рассказывают о своей пивоварне. В общем, ссылки под описанием и в конце ролика. Вот где-то здесь увидите. Всем пока. Пока.